Последний раз России сможем послужить. От сеньор и померим совсем не страшно. Ведь все-таки надеяться прожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний год, он трудный самый. А я в Россию. Девушки, двери закройтесь. Девушки, двери закрывайте, а подошли.
шатали в 43-м году. Только вы устояли у веков на виду. Сколько горя осилив, это нам-то не знать. Про тебя, Сталинград, нельзя забывать. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу бросаем в землю тут. Дает и кружится планета над нашей родиной дым, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой неба стоим. Настоятель храма иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» протоиерей Антоний. Уважаемые, дорогие наши
ветераны, труженики тыла, дети войны, кузники фашистских лагерей, все тракторозаводцы, все присутствующие в этом зале. Я родился и вырос в Волгограде, Сталинграде, и рос, конечно, во многом влияло на меня, воспитывало меня. Это, конечно, история нашего великого государства, нашей страны, и прежде всего история Великой Отечественной войны. И, конечно же, на Сталинградской земле это была прежде всего история подвига нашего народа в период Сталинградской битвы. Но мне кажется, только по мере того, как ты становишься взрослее, как ты растешь, надеюсь, что мудреешь, как только у тебя появляются свои собственные дети, мне кажется, только тогда ты в полной мере понимаешь, что сотворили здесь наши предки, наши отцы и деды, наши прадеды, которые здесь, зацепившись за небольшой кусочек берега у Волги, не дали фашисту пройти дальше, которые сломали ему хребет, и здесь, от берегов Волги, от стен нашего города, начали победоносное наступление к Берлину 1945 года, мая. Наступление, которое уже никто не смог остановить. Это великая победа, она навсегда останется в памяти и нашей страны, и нашего города-героя, и всего прогрессивного человечества. Поэтому в большом долгу мы перед нашими ветеранами, перед теми, кто здесь оставил свою жизнь, то, слава Богу, дожил до победы. Поэтому мы всегда будем помнить об этом подвиге. Поэтому наши сегодня самые первые слова, какие бы ни были мероприятия, прежде всего обращены к ветеранам и тем, кто воевал, и кто трудился в тылу, и кто, будучи ребенком, пережил ужасы войны. Мы прежде всего вас, дорогие наши ветераны, поздравляем с 76-й годовщиной победы советских войск в Сталинграде. Мы желаем вам здоровья, мы желаем вам всего самого доброго, и мы просим вас как можно дольше оставайтесь рядом с нами. Вы наш маяк, вы наш пример. Мы на вас равнялись и будем равняться, сверять будем с вами всегда свои дела в своей жизни. Вы нам очень нужны, как можно больше просим. Будьте с нами. А мы, кто родился и вырос после войны, будем стараться по нашей жизни, двигаясь и двигая вслед за собой уже наших детей и внуков, быть достойными вашего подвига. С праздником, дорогие мои! Здоровья, благополучия! Всего доброго! Дорогие ветераны, труженики тыла, дети военного Сталинграда, уважаемые земляки, тракторозаводцы, волгоградцы, от всего сердца поздравляю вас с 76-й годовщиной Сталинградской победы, которая знаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Дорогой ценой досталась победа нашему народу, ценой миллионов человеческих жизней, 200 дней и ночей ожесточенных кровавых боев, когда горело все – земля, воздух, Волга. И в этой кровавой битве выжили дети, которые сегодня в зале и стали достойными тружениками, достойными гражданами нашей страны, которые возродили послевоенное время наш замечательный город-герой Волгоград. Это наши ветераны, ветераны, которые победили, выстояли. Спасибо вам большое за ваш подвиг, за самоотверженный труд ради свободы и независимости нашей страны, нашей дорогой Родины. Подвиг защитников Сталинграда навсегда вошел в историю как символ мужества, стойкости, единения всего советского народа. Мы благодарны защитникам за ратный и трудовой подвиг, за то, что защищали нашу землю ценой своей жизни и сражались за каждую пять Волжской земли, за то, что стояли в цехах и несли трудовую вахту круглосуточно с
сражаясь так же, как и фронтовики, только в тылу, за то, что возродили город из пепла. Спасибо вам большое, низкий поклон всем свидетелям этих страшных событий. Спасибо за то, что ветеранские организации и сегодня продолжают большую работу по патриотическому воспитанию молодежи нашего города. За то, что вы участвуете в таких акциях, как «Бессмертный полк», «Уроки мужества», «Знамя Победы», «Парта героя». Очень много мероприятий проходит в нашем районе благодаря и нашему Дворцу культуры, и неравнодушным жителям, учреждениям образования, спорта, молодежной политики, культуры, общественным организациям, а уж ветеранским организациям низкий поклон. От всей души желаю вам прежде всего крепкого здоровья, долголетия, счастья. Пусть в каждом волгоградском доме, в каждой семье царят мир, благополучие. Всего вам самого-самого доброго. С Днем Сталинградской Победы! Добрый вечер, дорогие тракторзаводцы. Сегодня мы поручили Михаилу Косину разрешить поздравить, конечно, наших дорогих ветеранов, детей войны и всех тех, кто ковал эту победу в тылу. В эти дни вам скажут очень много теплых слов, слов благодарности. Но никакими словами невозможно, наверное, описать и поблагодарить вас за то, что вы перенесли в те страшные годы войны. Но все равно хочется сказать спасибо за то, что вы смогли. Смогли перенести боль и раны. Смогли перенести холод и голод. Мы сегодня стояли на митинге, было холодно, да, и мы представили, как вы в еще больший мороз лежали в этих окопах, принимали бой. Спасибо вам за то, что не сдались. Спасибо за то, что не струсили. И теперь, благодаря вам, над нами светит мирное небо. У нас в стране мир, покой и низкий поклон всем тем, кто сейчас находится в строю. Вечная память тем, кто погиб, защищая нашу родную землю. Дай Бог здоровья, кто сегодня здесь с нами. Пусть в вашей жизни будет все хорошо. А тем организациям, которые поддерживают сегодня ветеранов, ветеранским нашим организациям, тоже выражаем огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы передаете нашу историю, нашим поколениям, детям. И пока вы все рядом с нами, вот эти ужасы войны, они никогда не забудутся. Спасибо вам. С наступающим праздником. Сегодня в районе, везде, в городе Волгограде, в стране, проходят такие вот торжественные мероприятия. Наш район тем более был в эпицентре всех этих событий. И вот на таких памятных местах мы сегодня проводили наши торжественные митинги. И меня поразило то, что действительно с каждым годом вот на этих местах становится все больше, больше, больше участников. Это и молодежь, это и вы все, которые сегодня тут присутствовали, там находились. Я видел многих из вас там сегодня. Конечно, ветеранов становится у нас намного-намного меньше. С каждым годом их прогрессии, конечно, на уменьшение идет. Вы знаете, я сегодня вышел на митинг и, честно говоря, разволновался, потому что все вот эти последние дни, вчера, сегодня, еще завтра, мы ездили конкретно по семьям, мы поздравляли ветеранов. Смотрели на их быт, оценивали их состояние, здоровье. Их становится очень мало. В нашем районе их осталось уже вот настоящих участников боевых действий в Сталинградской битве всего 9 человек. Вот в том году было их, по-моему, где-то 16 человек, 14, в этом году 9 человек. И я подумал, что, знаете, нам, вот нашему поколению выпало, наверное, последнему поколению, которое сейчас их видит живыми, который с ними разговаривает, впитывает эту историю из первых уст. Это очень большая, конечно, честь для нас всех. Мы этим пользуемся, но это надо думать и... Это надо предполагать, что мы уже
последние контактеры с этими героями, с этим героическим поколением. Они, конечно, отстояли, они сдали нам мир на многие-многие десятилетия. Они восстановили нашу родину, наш Сталинград, наш тракторный район. А наша задача сейчас самая главная – это сохранить ту память и то уважение, которое они заслуживают. Я хочу вот с этой трибуны, с высокой, сказать всем спасибо, кто задействован в этих процессах. Прежде всего, конечно, образовательным учреждениям, потому что дети потом продолжат эту идею. Дети должны в первую очередь впитывать тот героизм, который был заложен в те годы. Это все, конечно, наши ветеранские организации, которые точно так же работают в этом направлении. Это наша музейная деятельность. Вот здесь Надежда Ивановна Белоусова, я не знаю, сидит, не сидит, но ей большущее спасибо за тот огромный багаж знаний, который она действительно держит в себе, оберегает его и передает нам в той первоначальной истории, которую она действительно знает, и которая объективная, и которая она иногда нас поправляет и подсказывает. Вот так, вот так, а вот так. Вот этого не было, а вот это было. И сейчас, конечно, многие уже говорят, что оттуда, за океана, как сегодня было высказано, многие уже говорят о переписывании истории. Да, действительно, это есть. Но это есть, потому что есть почва в некоторых моментах так поступать и так делать. Наша задача, чтобы этой почвы не было, чтобы история, чтобы вечная память и значимость этой победы, Сталинградской битвы в том числе, была первична и всегда была значима для нас, и для Родины, и для всего мира. С праздником вас, дорогие друзья! Я присоединяюсь к поздравлениям от нашего тракторозаводского благочиния. И хочу, конечно, подвиг не оценим. Его оценить невозможно. И то, что было сделано, конечно, в истории запечатлено. Но я бы хотел сказать о другой стороне, конечно, о духовной. То, что молитва при этой битве присутствовала у каждого. Вот. Есть свидетельство у командующего Чуйкова, в его личных вещах была найдена молитва. То есть молились все, независимо, коммунисты они, не коммунисты. Вот верующие, неверующие, молились все. Вот эта общая, всеобщая молитва, конечно, людей спасала. И мы знаем, не все, конечно, знают это чудо, но в ноябре 1942 года было в Сталинграде явление Божьей Матери. И она описывается и в архивах военного музея. Это нашел Вадим Николаевич Якунин, историк. Он копался тогда в архивах и нашел такое, что именно в это время было явление Божьей Матери. А уж явление Божьей Матери защитницы нашей земли. Вот, то есть она и промышляла о нашем народе. То есть ее помощью, с ее подачи, с ее защитой вот, выстояла сталинградская земля. Вот, и здесь немцы каких-то там метры не могли дойти до Волги и прорвать вот эту оборону. Потому что вот мы знаем, все приходят Казанскую икону Божьей Матери чтят в Волгограде. Я вот вижу, что его почитают очень сильно. Именно в Сталинграде она вот явила свою помощь. И поэтому хочу и направить наше внимание, что мы становились также в молитве единодушными. Вот, чтобы у нас была единая душа, единый разум, единая воля. Вот, и тогда, как бы враги ни старались разъединить нас по каким-то индивидуумам, мы были всегда вместе. Вот, и чтобы церковь наша всегда была едина с народом,
вот, единой молитвой. Еще раз я вас всех поздравляю вот с этим величайшим в истории победой над фашистскими захватчиками в Сталинградской битве. Сталинград, луч звезды победы, город-труженик и воин. Подвиг воинских дедов вспоминаем здесь сегодня. Вы — истории страница, что всегда открыта в сердце. Ваши судьбы, ваши лица никогда не наглядятся. Мы скорбим по вам ушедшим, наш поклон земной живущим. Поколению победы и от нас, и от грядущих.